Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим гужеры. Это несладкая выпечка из заварного теста с сыром, очень популярная во Франции, особенно в Бургундии, где ежегодно проводится фестиваль гужеров. Рецепт несложный, и для приготовления гужеров нам понадобится 100 грамм муки, 100 грамм сыра, 50 грамм маргарина или сливочного масла, 2 яйца, 150 миллилитров воды, соль, черный молотый перец или другие специи, например, такие как мускатный орех, орегано, базилик можно добавлять в тесто. В общем, те специи, которые нравятся именно вам. Начнем с приготовления теста. В небольшую кастрюлю наливаем 150 мл воды. Добавляем щепотку соли. Немного черного перца или других специй. 50 грамм маргарина или сливочного масла, ставим кастрюлю на плиту и доводим все это до кипения. Пока закипает вода, потрем сыр на мелкой терке. Вода закипела, теперь в кипящую воду высыпаем полностью всю муку, 100 грамм, и быстренько завариваем тесто. Месим до тех пор, пока комочек не станет однородным и тесто не будет легко отделяться от стенок. Вот такой кусочек теста заварного у нас получился. Отставим кастрюльку на минутку-две, чтобы тесто слегка остыло. Тесто слегка приостыло. По одному вбиваем яйца и тщательно вмешиваем их в тесто. Сначала будет казаться, что это нереально. Постепенно, потихонечку яйца вмешаются в тесто. Вымешиваем тесто хорошо до однородности. Оно должно получиться такое вот в меру тягучее, не жидкое и не густое. Я не знаю даже, с чем его сравнить. Такой клейстер липкий. Добавляем сыр. Грамм 20 сыра оставляем для того, чтобы посыпать гужеры сверху. Сыр тоже тщательно вмешиваем в тесто. Готовое тесто перекладываем в кондитерский мешок. Включаем разогреваться духовку до 180 градусов, а мы пока отсадим на противень гужеры. Если нету кондитерского мешка, то это не проблема. Берем чайную ложечку, смачиваем ее в воде и делаем небольшие печеньки. Оставляем между печеньем небольшое расстояние, так как гужеры при выпечке очень сильно поднимаются. Сверху гужеры посыпаем сыром. Стараемся, чтобы сыр не попал на противень. Не помню, кстати, говорила или нет, что противень нужно слегка смазать растительным маслом. Или можно застелить его пергаментной бумагой. Духовка разогрелась до 180 градусов. Отправляем гужеры на выпечку. Во время выпечки открывать дверцу духовки ни в коем случае нельзя, иначе эклеры опадут.
так как гужеры – это не что иное, как эклеры с сыром. Даже не эклеры, а профитроли. Пекутся они недолго, от 10 до 15 минут. Никуда не уходим, дверку духовки не открываем, следим за гужерами. Как только они зарумянятся, вынимаем их из духовки. Прошло примерно 15 минут, гужеры наши готовы, даем им слегка остыть и с пылу жару подаем гужеры к столу. Гужеры получаются полными внутри, и их можно начинить, например, красной икрой. Гужеры обычно подают при дегустации вина, но и без вина они очень вкусные, с хрустящей ароматной корочкой и с прекрасным сырным вкусом. Я надеюсь, что они никого не оставят равнодушными. У меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!